А далее смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала наша съемочная группа. Что у вас в жизни нового произошло? Ну, встретил друга армейского. Я его не узнал. И он меня не узнал. А потом случайно сговорились, узнали друг друга. Внучка замуж выходит. В субботу свадьба. Моему сыну скоро годик, и нас целых 8 зубов. Почти уже ходим, стоять уже научился. Приемная внучка хорошо учится и радует. Появился у нее хороший молодой человек, мы очень рады. Купила зимние сапоги, очень нравится. Месяц назад женился, жену зовут Татьяна. Внук пошел в первый класс, получает отлично и хорошо. На тренировку иду сегодня с утра, встал, позвонили, пригласили поиграть в футбол. Я очень рад, в принципе. Муж ушел на пенсию. Стал пенсионером, но продолжает трудиться. У меня родилась дочка, научилась говорить «мама» и «папа», сама кушает. Дают путевку в реабилитационный центр. Вот сейчас оформляем, бегаем по врачам. Моя дочь пошла в первый класс. Любимый предмет у дочери – математика. Отчет сдала в пенсионный фонд. Счастлива да без памяти.